Недавно я попал в новости, потому что я пришел в ночной клуб в халате, а ты на Лиге смеха в полотенце. Да. Я это делал для того, чтобы показать, что я в Одессе себя чувствую как дом. Ты очень быстро вот так вот повернул, чтобы не было видно, кто ты. Я видел, что фамилия Цверкун, если что. Окей, ладно. А чего? Ну слушай, это нормально, это хороший образ. Смотри, короче, когда ты выходишь из душа, понял, не особо прилично ходить вообще без полотенца. Слушай, ты просто всем говоришь, что я это образ. Ты всем говоришь, что нет, это образ. Это не образ. Да, но ты можешь сказать всем, что это образ. Ну, это возможность, да. Лайфхак на фестивале. Просто говоришь, что это образ, что у вас выступление скоро и нормальное, и, короче, никто не придерется. Ну да, но у нас образы не такие. Вообще, я вчера был пчелой. Да. Я зашел на ура очень хорошо, вот, и нормально было. Вот. А сейчас я стою в полотенце возле лифта, и мне дуют ноги. Это не очень прикольно, на самом деле. Ну давай, последний вопрос. Как вы оцениваете свои шансы на попадание в сезон, и на что лично ты готов, чтобы попасть? То есть готов ты прийти вот так вот к Лене в номер в полотенце, например? Я к Чебурину пошел договариваться, короче.